Продолжаем изучать все, что не трэп, но не особо далеко от него ушло, и сегодня мы разберемся во мрачном звучании ATL. И возможно, это будет, скорее всего, даже это будет финальный ролик в этом году, и ставим темп 130 ударов в минуту, и стартуем с Omnisphere, который я, по-моему, первый раз в этом году вообще добавляю. Keyscape Library, нам нужно Celeste, потому что это симпатичный колокольчик. Да, вот это. Ре минор тональность на сегодня, которую я выбрал, и вскоре вы поймете, что было референсом. Включаем запись, метроном и ожидание, и что самое главное у ATL, простые гипнотические и репетативные мотивчики, один из которых мы прямо сейчас и запишем. Это, конечно, все здорово, но ATL не одобрил звучание этого трека, если бы я не добавил бас из прошлого видоса про Witch House. И это будет мелодической основой всего трека. Но нам нужно больше разных атмосферных звучков, например, VH Pad, то есть Witch House Pad, я его так назвал, но по факту это Hive Horn, но мне показалось, что он для Witch'а идеально подходит, просто я его не использовал в прошлом видосе. Мы за экологию, за повторное использование, так что почему бы не использовать его здесь. До вступления он будет играть вот такую партию, Ctrl-C, Ctrl-V с баса его, поднимем на октаву вверх и, наверное, продублируем еще на октаву вверх, чтобы звучал прям так... супер атмосферно. И вот эти колокольчики, конечно, очень хороши, но нам нужны более атмосферные, которые мы отправим летать в дилей. Я возьму их из серума. Для прошлого видоса находил пак Witch House, и в нем целая гора прикольных звучков, так что пришло время использовать их, ну, в похожем стиле. Ctrl-C, Ctrl-V. Других колокольчиков нижние просто звучки уберем. И ATL точно бы не одобрил такое звучание, если бы я не добавил голосок. Ну, в общем, добавим вот это правой кнопкой мышки in Fruity Slicer. Он у нас FM, тональность F. Нужно опустить его на 1, 2, 3, на D. И поищем звучание. И прямо сейчас у меня вновь к тебе небольшая просьба. Поставь лайк этому видео. Тогда я пойму, что тебе нравятся мои эксперименты с разными жанрами. Твои биты станут капельку жирнее, а это видео увидит чуть больше людей, и от этого мне станет очень-очень хорошо. Так что поставь лайк. Спасибо. И поскольку у нас все еще около трэпа, нам точно необходим 808 басец. Звучать он будет типа вот так, потом вот так. Здесь я хочу сделать пробежечку на 1/3, вот так. Тут-тут-тут. И возвращаем на октаву вниз, где он будет звучать. У нас уже такая нормальная пачка звуков получилась. И мы уже можем раскидать их по паттернам. Например, собрать вступление. Ну и на этот пэд сразу я Flux Mini 2 закину. В синке я поставлю просто 1/16. И еще мы его делаем уникальным, потому что везде, кроме вступления, он будет играть одну буквально ноту. Он какую-то небольшую напряженность создает. Сделаем его клон, чтобы сыграть высокую мелодию, которая будет звучать типа как-то... Большие искажения уже есть, но они нас пока не интересуют, потому что сейчас мы займемся эффектиками, например, вот таким вот голосочком, который мы реверснем. И еще, например, вот такой вот трек. Угу. И вот такая бабахалка. И мне кажется, сюда очень хорошо зайдет вот эта штука. Только его нужно подогнать под темп. Еще чуть-чуть пониже. Не знаю зачем, но я хочу автоматизировать ему громкость. Вот так. А здесь у нас уже должен быть дроп, который состоит из ударных. И вновь напоминаю, что сейчас у меня идет новогодняя акция на мой курс. До 31 декабря включительно. При покупке моего видеокурса в подарок вы получаете прошлый видеокурс и два дополнительных персональных урока в скайпе или в дискорде. Мой видеокурс отлично подойдет даже для тех, кто ни разу не открывал FL Studio. По нему вы точно сможете написать свой первый бит. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс выгодно и прокачивайте свои навыки. Вот такой вот нехитрый наборчик я собрал, который на половину Майк Жара, и это трэповый ударный, на вторую половину это Кашемир. Бочка, естественно, просто прямая. Клэп у нас будут чередоваться. Чтобы разницу между клэпами подчеркнуть, я добавлю снеры. Только, наверное, пониже. И, конечно же, пришифтит клэп. Он будет звучать на каждой четвертой. И, конечно же, шейкер. Я понял, в идее это абсолютная норма и даже необходимость, так что добавляем сюда небольшой кашемир луп. Его тоже мы опустим на 600 центов вниз. Но мне не нравится, как здесь звучат снеры, так что я беру лезвие и вот так, и вот так снеры я вырежу. Ну, естественно, вот все вот эти приколы сюда тоже надо добавить. Вот так мы сократим. И в конце у нас будет тун-тун-ту-ду-ду-ду-дун.
вторая часть дропа будет состоять из примерно того же, только вместо ХБЛ будет ВОКС. Раскидал все по микрору, собрал все в 4 основные группы: бас, инструменты, FX и ударка. Сейчас мы добавим следующую часть, потому что у ATL что в треках есть? Вариативность. Куча разных звуков, которые играют примерно одно и то же. Добавляем сюда еще один серум. Добавлю сюда свой вобл бас. Сейчас я его накручивать не буду. Если вам интересно, то я в телеграм-канале запилю маленький коротенький видосик, в котором покажу, как накручивать вот такой вот звучок. А играть этот самый басец будет что-то типа... Вот так. Это почти полная калька с одного из треков ATL. Я думаю, если вы заглянете в комментарии, то вы увидите, какого. И эта часть у нас будет супер контрастная относительно прошлых частей. Сюда еще пойдет другой звучок. Open in pitch corrector. И он у нас на E. Мы могли бы опустить его на 2 полутонные, как он будет звучать. Неплохо. Но если мы поднимем его на А, что будет? Потому что А это типа квинта кре. Короче. Теперь мы делаем его уникальным и разворачиваем. Неплохо. Еще сюда у нас пойдет вот этот перк-луп. Еще один маленький лупчик припасен сюда. Добавим сюда еще один паттерн, в котором будет у нас фигачить кик. Но так, по-моему, неинтересно. Так что можем зайти в кики вот сюда, в cut off frequency, и немножко это все опустить, чтобы он был типа поглуше, чем во всех остальных местах. Вот так, наверное, лучше всего. И здесь у нас начинается вот этот же самый басет, только уже с полным дроповым битом. Но начало неинтересное, так что мы берем вот этот звучок, Make Unique, давайте поднимем его на октаву вверх, только в моде ставим stretch. Ну и поскольку это, скорее всего, финальный видос в этом году, то в комментариях под ним я буду очень рад, если ты напишешь, что бы ты хотел увидеть на моем канале в следующем 2023 году. Если у меня будет возможность снимать видосы, я продолжу это делать. Так что напиши в комментариях, что бы ты хотел увидеть в новом году. У нас осталась треповая часть, которую мы сейчас запилим, но перед этим давайте парочку обработок я накидаю, а потом про них расскажу. Вот такое звучание пока получается. FX-иков буквально капельку, вот особенно мало их на вокале. Вот, ну, такая вот Alter Boy минус 7, Fresh Air, Vintage Verb. Вот, кстати, на Vintage Verb Drum Air это идеальный пресет, если вам нужно на какой-нибудь голосовой FX или на типа того дать немножко стерео и чуть-чуть капельку маленького пространства. Потом Decapitator, потом Age Delay, потом Endless Smile, он почти на всем тут есть. На басе Little Radiator, на 808 басе тоже. На Wobble Bass я повесил вот такой бесплатный FX, Head Crusher Free. Он нужен для чего? Просто я его накидываю, и он уже низ очень сильно раздувает. Но самое важное, что я сделал, это Shaper Box, то есть 1/4, вот такой вот паттерн, типа сайдчейн для кика с помощью Shaper Box. И на басе, и на инструментах я это сделал, на канале с ударными. Вот такая вот странная настройка Сатурна, просто я разогнал и середину, и чуть-чуть вверха. В остальном у меня тут Fresh Air, Pancake, почти на все. Еще почти на всех инструментах я использовал Dirty Filter, чтобы именно просто прибрать немножко низа, чтобы освободить место для баса, для кика. Нам нужно сделать разгонный паттерн перед дропом. Но гораздо важнее, что у нас появится кик, и каждый второй кик я сделаю чуть потише, типа. И потом ту-ду-ду-ду-ду-ду-дон, вот так. И под это все дело у нас будет еще подыгрывать клэп. Он начнется с середины. Вот здесь он будет уже идти почаще, а вот здесь тоже ту-ду-ду-ду-ду. Еще, наверное, я хочу этот бас сделать уникальным и немножко его изменить партию. Он будет играть у нас вот так, потом F, потом G, потом A-sharp. Да, так круче. Ну и нам осталась трэп-часть. Просто добавим вот такой звук, такой клэп, но на октаву ниже. К нему мы прилейрим вот такой триангл. И я думаю, вот так. А если так? Так лучше. И кик будет играть какую-нибудь простенькую партию. Еще в трэп-часть мы завезем вот этот перкуссионный луп. И, конечно же, вот этот сэмплик. Он будет у нас играть вот так. И вокс, наверное. Хотя он два раза подряд будет играть, что ли? Давайте его уберем вот в этой части. Сюда поставим ВХБЛ. Потом... Да, да, вот оно, вот так надо. И во второй части трэп-дропа я добавлю сюда хай-хеты. Вот так. И вот так я сделаю. Во-первых, эти звуки я очень тихими сделаю, которые супер частые. Вот эти звуки я хочу правой кнопкой мышки панорама и Alt-R им сделать, просто чтобы отдельно их потом все не выделять. Они будут очень-очень тихими, но все равно какой-то ширины они добавят. И вернем теперь их на B. На Open Hat можно немножко подкрутить LFO. И панораму, наверное, мы ему раскидаем вот так.
И все эти звуки также отправим сейчас в RVR. И, в общем-то, мы скупиться не будем. И чтобы вторую часть трэповую усилить, мне кажется, нужно добавить сюда вот этого снэра, который мы уже использовали. Бас у нас здесь будет, наверное, 808. Только давайте мы его сделаем уникальным. Вот эти нотки поднимем на октаву вверх. И, наверное, уберем стом. Да, очень хорошо. Потом вот этот же райзер разгоном сделаем. И после этого сделаем снова дроп. А выходом из трека будет вокс, луп и бас. По-моему, будет прикольно. И вот смотрите, во вступлении нам не нужно делать сайдчейн от прямой бочки, поэтому мы сделаем для шейпербокса на басе Create Automation Clip. Здесь он будет у нас выключен, а по всех остальных местах уже будет включен. Еще нам он не нужен на трэповой части, потому что у нас ритм бочки там меняется. Но в этой части, наверное, стоит сделать дополнительный сайдчейн от кика. И нам нужно этот лимитер тоже автоматизировать, чтобы он включался только вот в этом месте. Больше он нам нигде не нужен. На мастере у нас снова Newfoundland Saturate, вот с такими настройками. Потом поставим Ozone, Vintage EQ, Exciter, Imager, Vintage Tape и все. Все мои любимые пресеты я использовал только вот здесь. Мы немножко задерем MidCut. И наоборот, буст на 3 кГц. И добавим буста на 2 кГц. И теперь просто FabFilter Pro L2. Вот такой вот трекан получился, ставьте лайк, если понравилось, и обязательно напишите в комментариях, попал ли я в стилистику ATL, особенно если вы в ней шарите. Также напоминаю, что у меня сейчас проходит новогодняя акция на мои курсы. Узнать подробнее и заказать можно у меня, ссылочка на меня есть в описании, так что напишите мне прямо сейчас. И, конечно, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. С наступающим всех вас Новым годом! И на этом у меня уже точно все, с вами был Стас Гарфпрод, пока. Буду ждать вас в следующем видео, возможно, в следующем году.